Друзья, всем привет! Сегодня хочу провести такой небольшой обзор витаминов, продуктов, которые я принимаю на данный момент. И начну сначала утром. Натощак у меня фитосорбент очищающий. Это мягкое очищение организма и такое вот воздействие на кишечник. Это клетчатка в виде порошочка. Далее витаминно-минеральный комплекс. Кстати, сейчас актуальный в межсезонье. Он снабжает, этот комплекс снабжает витаминами всеми и минералами. Вот такие вот вечерние капсулки и утренние. И в то же время нормализует биоритмы человека. Далее у меня на постоянной основе омега-3. Это высококачественный продукт. Следующий комплекс — иммунобокс. Это комплексное решение для поддержки иммунитета и защиты от вирусов. В составе цинк с медью, эхиноцеей и сибирскими травами-антисептиками. Очень рекомендую. Проверенный продукт в пандемичные годы и гарантированно защищает от вирусов. Витамин D3 также я принимаю. Очень удобно, вот такая вот пипеточка, в дозировании удобно. Это витамин D в экстраочищенном масле, гипоаллергенный. Итак, следующий продукт, который я принимаю, это поддержка сердца. Потому что в межсезонье также нужно поддерживать сердце. Нормализует биоритмы сердца. Здесь тоже утренняя и вечерняя дозировочки, вот так видно или нет, капсулки. Принимать нужно утром и вечером. Тоже рекомендую, потрясающий продукт. И мне этот линейка Синхровитала очень нравится. Хондропротекторы, глюкозамин и хондроитин из спортивной линейки. Также я принимаю на постоянной основе. Вот такие вот, таблеточки. Очень хорошие дозировки. Андропротектора. Из спортивной линейки мне очень нравится L-карнитин. L-карнитин, он очень важен не только для спортсменов, но для всех людей. И кардиологи его, кстати, рекомендуют для поддержания сердца. Магний. Недооцененный магний. У меня на постоянной основе. В Украине вышла линейка специальная итальянского бренда. Продукция итальянского бренда Aqua Viva. Очень хорошая форма усвояемая, бисглицинат с цитрата, вот в таком порошочке, порошкообразный. Максимальное усвоение организмом. Для России вот такой вот органический магний, также усваиваемая форма в виде цитрата. И отдельно хочу сказать, также продукт итальянского бренда Aqua Viva, эстрогрен. Это для девочек 45+. Рекомендую, потому что в их женских гормонах очень многое завязано. Это наше здоровье, это наша красота. Если есть дефицит уже эстрогенов, то обязательно рекомендую даже не дожидаться этого дефицита. И хотя бы курсами, а если уже в предпауза, менопауза, то на постоянной основе, потому что это наши красивые волосы густые, это наша кожа упругая, без морщин, это блеск в глазах, это наша энергия, это защита от инсультов, инфарктов, остеопороза. В общем, рекомендую. Девочки, очень обратите внимание, фитоэстрогены, фито. И на ночь я принимаю также продукт итальянского бренда для того, чтобы успокоить нервную систему и хорошо спать. Друзья, я рассказала вам о витаминах, о продуктах, которые я принимаю на данный момент. Это те витамины, которые нам необходимы на постоянной основе. Для того, чтобы обмен процесс у нас работал правильно, для того, чтобы все системы и органы функционировали нормально, без боев, для того, чтобы не было дефицитов. Потому что я понимаю, с обычных продуктов питания взять все необходимое просто невозможно. А еще учитывая, что нагрузки возросли, стрессы, инфекции,
продукты питания, которые больше похожи на химическую промышленность. И у меня есть в телеграм-канале чат, где я подробнее рассказываю, даю консультации. Ссылочка по запросу пишите в личное или я оставлю комментарий.